Милости прошу, Павел Сергеевич. Все из себя слугу изображаешь? Не просто слугу, а верного слугу, а это нечто другое. Завтра в 8. Отбой в полночь, подъем в 8. Даш, а ты что здесь делаешь? Жду тебя. Что-нибудь с мамой? Нет, с мамой все хорошо. Даш, что произошло? Ласов, я тебе совсем чужая. С чего ты взяла? Но я же не родная. Ты самая-самая родная, самая-самая. А можно я буду называть тебя всегда папой? Можно. Даже нужно. Я так давно ждал этого. Ну, рассказывай, что случилось? Ты сбежала, да? Да. Угу. Тебя кто-то обидел? Да. Кто? Мама. А что сделала мама? Ты не хочешь рассказать? Хочу, но не могу. Ну хорошо, давай поговорим потом. Потом я не смогу, давай сейчас. Давай. Ну? Вы поссорились? Mm-mm. Мама даже не знает, что я убежала. Я боюсь начинать. Не бойся. Я видела. Мама целовалась с дядей Юрой. С каким дядей Юрой? С твоим другом Юрием Ивановичем. Детка, ты понимаешь, что ты говоришь? Ты мне не веришь? Они давно целуются, просто я молчала. Еще когда мама жила в Томске. Ну, они имеют право, они же брат и сестра. Они нехорошо целуются. Никак брат с сестрой. Ну, вот сейчас мама обнаружит, что тебя нет, возьмет и приедет сюда. Не приедет. Они заперли мою дверь, а сами легли спать. Он все время пристает к маме. Что будем делать, дочь? Ты ведь любишь мою маму? Очень. Значит, сейчас мы едем за город, и ты прогонишь дядю Юру. Как ты себе это представляешь? Очень просто. Отлупи его. Так нельзя. Так ничего не добьешься. Добьешься, только надо очень захотеть. Я понял. Только честно, вы меня разыграли, да? Мама здесь, она спряталась. А где у нас мама, скажи?
Мама в нашем загородном доме спит с дядей Юрой. А ты из-за своей работы редко туда приезжаешь. А дядя Юра часто. Он знает, когда тебя там не бывает. И если ты мне не веришь, мы поедем туда. И ты увидишь, как дядя Юра утром будет красться из нашего дома. Власов, а почему так светло? Белые ночи. А магазины работают? Наверное. Хочу пить. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну? Кока-колу. Две бутылки. А возьмите лучше сок. Он вкуснее и полезнее. Кока-колу. Девушка, вас как зовут? Катя. Катюш, дайте мне, пожалуйста, два сока с мякоти. Пожалуйста. Спасибо. Пошли. Все будет нормально. Белая ночь, нежная ночь. Ты был за городом? Был. Видел этого, дядю Юру? Видел. Почему меня не разбудил? Жалко стало. Спала очень крепко. На, держи. Что будем делать? А что будем делать? Я на работу. Ты ждать маму. Можно с тобой? Папа Власов. Дашка, держи. Даш, ты хочешь, чтобы мы с мамой расстались? Не хочу. Тогда давай сделаем так. Ты мне ничего не говорила, а я ничего не знаю. А если он опять к ней приедет? Не приедет. Ты убьешь его? Нет, не убью. Я просто каждый день теперь буду к вам приезжать. Ты очень хороший, пап. И не забывай, что я твоя дочка. А ты не забывай, что мы с тобой ничего не знаем. Обещаешь? Да. Так получилось, что моя жена, молодая привлекательная особа, завела роман с сотрудником моей фирмы. Она с 10-летней дочкой живет в нашем загородном доме, а я в силу своей работы не могу там часто бывать и иногда остаюсь в нашей городской квартире. Дочь ваша? Нет. Дочь жены от первого брака. Так вот, я сегодня получил информацию, что моя жена мне неверна. Информатор достоин доверия? Вполне. Я хотел бы получить наглядное подтверждение приключений моей благоверной. А что значит наглядное подтверждение? Фото, видеозаписи,
прослушивание их разговоров. Угу. Позвольте еще несколько вопросов. Да, пожалуйста. Господин, с которым ваша жена завела роман, рядовой сотрудник вашей фирмы? Нет. Он мой заместитель. Моложе вас? Он ровесник жены. Дочь каким-то образом знает о жизни своей мамы? К сожалению, да. Ваши отношения с ней? Вы имеете в виду с дочерью? Да. Она мне доверяет. Любит или доверяет? Думаю, и то, и другое. Вы хотите расстаться с этой дамой? Нет. Но в таком случае зачем вам досье на нее? Я желаю иметь наглядное подтверждение интимной связи моей жены с этим господином. Получите, и жена с дочерью отправится в родной Томск, верно? Я не знаю. Не знаю. Безусловно, безусловно. Мы сейчас оформим ваш заказ, и через несколько дней вы будете иметь на руках полное досье об интимной жизни вашей супруги и ее любовника. Но, с вашего позволения, несколько замечаний. Из собственного опыта. Разрешите? Да, конечно. Как правило, к нам обращаются люди, доведенные до крайнего состояния, ищущие весомых аргументов для разрыва супружеских отношений. Я не ищу аргументов для разрыва. Я вам это уже сказал. Я как раз об этом. Как только вы их получите, вы не только не улучшите эти отношения, а окончательно приведете их к краху. А если учесть, что при этом непременно пострадает ребенок, то я советую вам крайне осмотрительно отнестись к нашей услуге. Что вы предлагаете? Подумать. Может быть, стоит пореже задерживаться на работе. Почаще бывать с семьей. Больше внимания уделять ребенку. Тем более, что он не родной. Хорошо. Хорошо. И все-таки фотографии я желал бы иметь. Как вам будет угодно. Через эту дверь. Юрий Иванович, ко мне. Хорошо. Подпиши. Что с тобой сегодня? А что? Ты какой-то не в духе. Что-то стряслось? Да нет, все нормально. Просто не выспался. Гульнул? Да ты тоже слегка подмят. А то. Такую девочку поимел, всю ночь терзала. А зачем ты звонил хозяину Интерцемента? Потому что мы партнеры, а в чем проблема? Партнер Интерцемента я. Моя фирма. Ты в данном случае никто. Исполнитель. Если будешь наводить контакты через голову начальства, ноги сломаешь. Да ладно. Ты сегодня явно не в своей тарелке. Кстати, Маринка где? За городом? А где же ей быть? Там. С дочкой. Юрий. А? Скажи, а почему ты не женишься, а? Странный вопрос. А почему тебя это волнует? Ну, это волнует не только меня, но и твою сестру. А, ты имеешь в виду Маринку, твою жену. 30 лет, а все по малолеткам скачешь. Каждому овощу свой сезон. Да, дорогая? Павел, пропала Даша. Что значит пропала? Ее нигде нет. Ну, может быть, в школе? Какая школа? Сейчас каникулы. Позвони на мобильный. Отключен. Ты ночевал дома?
естественно. Она не приезжала? Нет, никого не было. А во сколько она пропала? Я зашла к ней в комнату. Постель заправлена, будто она не ночевала вовсе. Ну, надо подключать милицию. Подключай. Я сейчас срочно еду на квартиру. Это ты звонишь на домашний? Раньше звонил, сейчас, думаю, звонит мама. Может быть, ты снимешь трубку? Ни за что. Она едет в город. А что мне делать? Ждать. Я боюсь. Да ничего она с тобой не сделает, только обрадуется. А что я ей скажу? О нашем разговоре? Нет, почему я убежала? Ну, скажешь, допустим, что хотела меня увидеть. Ты что, пап, дурак? Она же не поверит. Да, точно не поверит. Может, меня увез какой-нибудь мальчик? Какой мальчик? Какой-нибудь. Толкнул в электричку, и я не успела выскочить. А к мобильному почему не подходишь? Он упал под колеса электрички и раздавился. А к городскому телефону? Папуль, я ведь только что вошла в квартиру. Отключила меня от нее? Есть. И меня ты не видела? Откуда? Не ты меня, не я тебя. Ну, Дарья, далеко пойдешь. Ну, звони, если что. Покедова. Покедова. Я тебя спрашиваю, ты здесь? Не надо, я не люблю так. Это что такое? У тебя, может, проблемы? Может, расскажешь? У меня проблемы? Может, у тебя и есть проблемы, но только не у меня, мама. Так, я что-то не поняла. Какие у меня проблемы? Не знаю. Ты отдаешь отчет в своей выходке? Отдаю. Ты понимаешь, что мать могла сойти с ума? Понимаю. Зачем ты это сделала, а? Меня украли. Что ты городишь? Кто тебя украл? Соседки мальчишку украл. Хорошо, ты матери позвонить могла? Мобилик упал под колеса электрички и раздавился. Что ты несешь? Какие колеса? Мобилик выскользнул из рук. Характерец. В тебя. Наверное. Все равно я тебе не верю, понимаешь? Не верю. Не верь. Я говорю правду. Так, хорошо. Что за мальчик? Фамилия? Как зовут? Не знаю я его. Он уличный, чужой он. Что-то ты не договариваешь. Что? Мама, мне нужно в туалет. Отцу звонила? Нет, я только что пришла в квартиру. Мама, мне нужно в туалет. Мочевой пузырь лопнет у меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Это ваш телефон, Марина? Да. Это телефон дочки. Откуда он у вас? Жилец подобрал. Он чуть ему на голову не упал с вашего балкона. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Thank you.
Ну что, не хочешь мне ничего больше сказать? Я сказала все, мама. Ты действительно сегодня не видела Власова? Папу? Не видела. С каких пор ты стала называть его папой? Давно. Где ты ночевала? На вокзале. Мобильник упал под электричку. Да. Так, слушай, сиди дома. Мне нужно отъехать на пару часов. Никуда не ходи, хорошо? Да. На всякий случай я тебя запру. Ключи твои забираю с собой. Хорошо, мама. Мы готовы принять не менее 2 железнодорожных составов цемента. Можно 3. Но один ни туда, ни сюда. Значит, компания будет искать другого поставщика. Павел, они работают с нами более 3 лет. И расставаться с нами у них нет никакого желания. Да, но в результате такой работы мы можем заморозить несколько объектов. А это нас не устраивает. Mm. Так что давай прикинь их цемент и наши потребности. Сразу. Либо скажи, что занят, либо выключи его совсем. Выключил. Эспрессо. Понятно. Алло, наконец-то. Что стряслось, малыш? Надо встретиться. Ты где? Недалеко от тебя, кафе «Истенок». А, знаю. Минут через 15 буду. Чай зеленый, пожалуйста. Ну что, дочь нашлась? Нашлась. Где была? Дома, на квартире. Ну вот видишь, ребенок оказался просто ребенком. Ребенок оказался умнее нас, она вычислила нас. Как это? Спасибо. Как она могла нас вычислить? Дашка знает о тебе еще с Томска, верно? Ну, знает. Двоюродный брат. Угу, двоюродный брат, который по ночам запирается с мамой в спальне. А, ты думаешь, эта маленькая стерва уже надула что-нибудь в уши твоему Павлу? Сбежала ночью, когда мы были в спальне, уверена, чтобы рассказать Власову. Зачем? Мы не знаем, что творится в душе ребенка, когда ее мать спит с чужим дядей. Может, все это наши фантазии, малыш? Может, если бы не одна деталь. Дашка придумала, что ее мобильник упал под колеса электрички и разбился. На самом деле, консьержка нашла его под балконом нашей квартиры. Я разведусь с Власовым, и мы с тобой поженимся. И будем не любовниками, а законными мужем и женой. С ума сошла, детка? А что, ты не ожидал, что наши неофициальные отношения станут когда-нибудь официальными? Я не ожидал, что ты для такого заявления выберешь именно вот эту ситуацию. Послушай, парень, ты любишь меня? Люблю, но... Но? Никаких «но». Любишь? Люблю, люблю. Тем не менее... Никаких «тем не менее». Не время. Не время!
Дай мне встать на ноги, я только начинаю это делать. Хотя бы полгода. Деньги, связи, свое дело, все будет, потерпи. Я не могу. Не люблю бабла, ты это знаешь. Знаю, и тем не менее не спеши. Будет Власов припирать к стенке. Ничего не знаешь, ничего не понимаешь. По морде дай за недоверие. Тебе не стыдно? Стыдно. Но другого пути у нас нет. Все надо готовить. Ты хоть представляешь, как меня примет твой ребенок? Как мы будем жить, когда меня вышвырнет Павел? Как будут, наконец, складываться наши с тобой отношения? Ребенок привыкнет. Работу найдешь. А отношения, мы уже 100 лет с тобой вместе. Ты все никак решиться не можешь. Это отношения любовников. Не мужа и жены, а любовников. Постель 2 раза в неделю, больше ничего. Дрянь. Я лишь прошу дать мне время, черт возьми. Дай мне стартануть. Уже стартанул. Почти 3 года. Свободен. Надеюсь, не навсегда? Пока до завтра, а там посмотрим. Хорошая перспектива. Привет. Привет. Вау, Власов. А где дочь? Доча! У себя. Здорово. Власов. Давай поговорим. Давай. О чем? О том, о чем. О том, о чем. Давай о том, о чем. Послушай, Власов, с дочкой что-то происходит. Ты имеешь в виду сегодняшнюю выходку? Ну, это тоже. Ты знаешь, мне кажется, она ревнует меня к тебе. Понимаешь, у девочек в 10-11 лет начинается такой период. Ревность, подозрение, месть. И вот эти вот проблемы, они не миновали как раз нашу дочь. Я что-то этого не замечал. Ну, конечно, ты видишь ее раз в полгода. Вот сегодняшний случай как раз из раздела подросткового идиотизма. А ты с ней говорила? Да несет всякий бред. Про какого-то мальчика, электрички, какие-то мобильники там. Маришка, ну, если тебе известны проблемы 10-летней девочки, ну, помоги ей. Поговори с ней. Ну, ты же мать. Власов, я боюсь, что она нас с тобой поссорит. Да что ты несешь? Ну, как она нас может поссорить? Ну, Марин. Ты, Власов, не знаешь, что такое маленькая, 10-летняя взрослеющая женщина. Это хуже, чем старость. Она сейчас придумает такую историю, что мы с тобой не только поссоримся, мы с тобой разбежимся в разные стороны. Ну, давай я с ней поговорю, если хочешь. Нет, давай. Не смей. Это моя дочь. Я буду с ней разговаривать и решать ее проблемы. Марин, мы с тобой живем как муж и жена уже больше 2 лет. Больше 2 лет ты мне твердишь, что это твоя дочь. Да потому что каждый раз девочка называет тебя дядь Паш. Так вот сегодня, Марина, девочка назвала меня папой. Сегодня? Власов, она тебя видела сегодня? Видела. Да ты что, значит, ломал сейчас передо мной комедию? Какую комедию? Дешевую. Что она тебе наплела? Она ночевала здесь? Ну, кое-что наплела. Что? Что тебе наплела эта негодяйка? Ты во все поверил, Власов? Марин, я прошу тебя, если расставаться, то достойно. Давай побережем нашу дочь. Ну что, добилась своего? Ты что хочешь, чтобы я ушла от Власова, и мы уехали в свою тьму, таракань? Но я не хотела этого. Хотела одного, вышла по-другому. Марин. Ты понимаешь, что ты наделала? Я сказала правду. Кому нужна твоя правда? Почему ты со мной не поговорила? Марина, я прошу тебя. Нет, ты ведь, наверное, считаешь себя взрослой, раз решила вмешиваться в мою жизнь. Почему так, дочь? Потому что ты не любишь папу. Что ты сказала? Не любишь. А я хочу, чтобы ты любила, чтобы мы были вместе. Я никого не хочу, кроме Власова. Да, я ему не родная. Он то занят работой, то тобой. А я так, дурилка картонная. Thank you.
Сколько у нас там упаковок гречи получилось? 60, как по накладной. А вермишели? Василий Николаевич, вермишель уже пересчитывали. По новой, что ли? Лишний пересчет Катюша пот не вышибет, а копейку сбережет. Что это вы делаете, Василий Николаевич? Смотрю, чтоб не упало. Не там смотрите. Как вам не совестно? Совестно. Но поверь, Катюша, будто сам собой не владею. Будто с ума сошел, как ты здесь появилась. Смешной вы, Василий Николаевич. Смешной, смешной. Оп. Привет. Привет. Опять кока-колу? Нет, у меня денег нет. Ну, я дам тебе, а ты потом принесешь. М? Я что-нибудь украду? А ты поймай меня. Это еще зачем? Поймай и сдай в милицию. Ты чего, совсем? Ну-ка, беги отсюда. Так надо. У меня папка с мамкой расходятся. А я хочу, чтобы они испугались. Папка — это который сок брал? Ну да, испугались, что меня Катерина, посадят. За прилавок. Сейчас. Глянь, сколько народу. Сейчас. Испугались, что меня посадят в тюрьму. Знаешь, марш домой и никакого воровства. Такой кусочек нормальный? Мне колбаски любительской, пожалуйста. Жирком. Сейчас будешь идти этот кусок. Мне, пожалуйста. Где дырочки побольше? Устроит? Следующий говорите. Не надо, я же квартиру здесь. На водочную, что я рассчитываю. Что-то так душно сегодня, ужас просто. Сейчас, секундочку. Грамм масла можно? Хорошо, спасибо. Как ты скажешь? Вот такой кусочек устроит? Вот, она, спасибо. А ну стой! Украла, воровка! Зовите милицию! Милицию зовите! Фамилия, имя, отчество? Власова Дарья Павловна. Возраст? 10 лет. Адрес проживания? Проспект Ударников, дом 33, квартира 62. Простите, мне нужно идти. В магазин привезли продукты, а принимать некому. Идите. А девушка пусть задержится. Так точно. Выйди на два слова. На связи, Крис. Говори все как есть, ничего не утаивай. А насчет того, что это якобы твоя знакомая, поговорим после. После допроса марш в магазин. Папуль, тут проблема. Я в милиции. Ну, потом расскажу. Ну, расскажу, сказала. 12-е отделение. Ничего страшного, но нужно срочно. Угу. Фамилия, имя, отчество? Иванова Екатерина Дмитриевна. Здравия желаю. Капитан милиции в отставке Иванов. Дмитрий Иванович, ну и что здесь натворили эти желторотики? Вы не имели права ее отпускать без нас. Это преступление. Я на вас в суд подам. Ее нет дома. Куда? Ищите ее где хотите. Чтобы девочка была дома сегодня, немедленно. Ты слышал? А что я должен слышать? Она пыталась что-то украсть в магазине. Ее забрали в милицию. Какой-то мужик, какой-то милиционер. Что ты сидишь? Что ты смотришь? И что я должен делать? Иди, звони друзьям. Что-нибудь хоть сделай.
Опа! Ешь осторожно, горячо. Давай-ка, вареница. Не, мне не надо, мне не надо, я не люблю. А я люблю. Ну, как хочешь. Что, Дашка, давно, наверное, не ела простые оладицы с вареньем? А? Давно. Ага, богатые же все по ресторанам ходят. Да по этим кофе... Как его? Фу, не выговоришь. Хаузом. Мама вообще готовить не умеет. А бабушка с дедушкой далеко. Аж в Томске. Ого. А чего тебя, бедную, сюда-то занесло? Не меня, маму. А, ну да, ну да. Замуж вышла. Так это что ж, получается, отец не родной, что ли? Не родной, но хороший. Сильно богатый. Крутой, но все равно хороший. С крутыми иногда такое случается. А чего же он, если такой хороший? Воровать-то тебя заставил. Пап, никто никого не заставлял. Просто Даша захотела, чтобы родители обратили на нее внимание. Вот ты интересно получается. Чтобы на меня обратили внимание, надо обязательно украсть. Ну, так получается, да? Нет, просто у них сейчас трудный период. И они забыли, что у них есть ребенок. То есть я. Пусть поймут, что такое без меня. Может, позвонишь им, чтобы не волновались? Нет, пусть помучаются. А мама твоя где? Мама? Я маму даже и не помню. Она ушла от нас, когда я была совсем маленькая. Ушла? Почему? Папу не любила. Вот видишь, какой он у меня. Совсем старенький, неприметный. Она красивая была. Молодая. Намного папу моложе. Женщины должны быть моложе мужа. Но не все это понимают. А она смеялась над ним, издевалась. Недотёпа считала. Да, честно говоря, он и есть такой. 60 лет уже, все в капитанах остался. А по-моему, он хороший. Он не хороший, он золотой. Знаешь, как мы с ним дружим? Я тоже с Власовым дружу. Власов — это папа? Да, помнишь тот, что тебе в магазине улыбался? Да. Красивый мужчина. Я бы в такого влюбилась. Он маму любит. И на других женщин не смотрит. Да я просто так говорю. У меня ведь есть уже ухажер. Ну да. Красивый? Ужас, какой красивый. Помнишь того, который был с нами в милиции? Твой хозяин. Дедушка! Прохода не дает, жених обещает. Так он же страшный. Квазимода? Папе спать надо. Ему в 6 утра вставать на работу. А тебе? А мне в 7. Ужас, я никогда так рано не вставала. Работа. А на улице ночь белая. Может, маме позвонишь? Жалко ведь. Власову позвоню. Можно с твоего? Да, конечно. Алло. Власов, это я. Ты где? Я у подружки. У какой подружки, Даша? Помнишь ту красивую девушку в магазине, куда мы заезжали ночью? Ну? Вот я у нее. Она такая классная. И папка у нее тоже классная. Хоть и милиционер. Я тебя сейчас заберу. Лучше завтра. Мне так здорово. Сейчас, сию секунду. Мама места себе не находит. Убедил, Власов. Одеваюсь. У подруги. Ласа,
Здрасте. Здрасте. Знакомьтесь, это отец Кати, моей новой подружки. Очень приятно, Павел Сергеевич. Иванович. Спасибо за дочку. Да не за что. Надеюсь, увидимся еще. Я так не думаю. Счастливо. Машину быстро. Все нормально, Дашка. А дядя Юра больше к маме не приходит. Наверное. Не наверное, а точно. Знаешь, Власов, больше всего на свете я боюсь вернуться в мамин город. Каждый день боюсь. Дашка, ну какая разница, в каком городе жить? М? Ты не понимаешь. Разницы никакой. Но тогда я не смогу тебя часто видеть. Понял? Понял. Все будет хорошо. Обещаешь? Обещаю. Смотри, обманешь — не прощу. Я тебя очень люблю, Ласов. Я ведь твоя самая любимая дочка. Моя самая любимая дочка. Я не могу без тебя. Я забронировала номер у гостиницы. Хочешь уйти? От тебя? От Власова. С работы. Нет, пока нереально. Хотя предчувствие точит, что у меня скоро выпрет. Если он это сделает, я от него сразу уйду. Перестань, малыш. Куда ты уйдешь? Чемодан, вокзал, Томск. Куда угодно, хоть бомжевать. Лишь бы с тобой. Я ведь люблю тебя, идиот. По-настоящему. Понимаешь? Я тоже. Павел Сергеевич, к вам посетитель. Ну что случилось? Я уже домой собираюсь. А кто там? Говорит по личному вопросу. Что-то важное. Ну, пусть войдет. Что случилось? Я вас не звал. Собралось достаточное количество материала, которое может оказаться для вас любопытным. У меня дома все нормально, у меня все уладилось, так что спасибо. Тем не менее, мы свою работу выполнили. Взгляните.
когда это было сделано? На следующий день после подписания контракта в гостинице «Аурель». Если вы желаете, у нас есть аудиозапись. Не надо, спасибо. Угу. Если помните, при первой встрече я рекомендовал вам не торопиться с обращением в нашу структуру. Теперь я придерживаюсь иной точки зрения. Ваша жена и этот молодой человек любят друг друга. Вы должны знать об этом. Спасибо. Вы свободны. Сердитая, у нее болит голова, понял?
Жена, ты где? Муж с работы пришел. Здесь я. Что ты орешь-то? Я не ору, я здороваюсь. Привет. Привет. Ужинать будешь? Конечно, голодный, как собака. Выражение выбирай. Где руки мои? Мам, чего ты такая? Какая? Сердитая. Так, иди в свою комнату, не суйся в дела взрослых. Что-то часто у тебя стала голова болеть. Может, к врачу надо сходить? Да ну не надо, пройдет. Ну, что делала сегодня? Ничего не делала. Дома была, потом в магазин ходила. Ешь аккуратней, изо рта летит. Вот что, Юрий Иванович, с завтрашнего дня вы у меня больше не работаете. Как это? Почему? Здесь вопросы задаю я. Вы же обязаны мои решения принимать к сведению и их выполнять. А я хотел бы получить разъяснение. Мои решения не оспариваются и не разъясняются. Ваш путь в отдел расчета. До свидания, вы свободны. Минуточку. Ты ее любишь? Кого? Любишь? Ты ее любишь? Какая разница? Она моя жена. Жена, забирай. В чем проблема? Оставь ее. Объясни своей жене. Я уволен, малыш. Когда? Только что. А какое объяснение? Без объяснений. Отправлен в отдел расчетов. У себя? Сейчас доложу. Не находится по адресу. Евгения Викторовна, прервемся на полчасика. Может быть, я пока в арбитражный суд схожу? Да нет, терпит. Спасибо. Хорошо. Предупреждаю тебя, визите нужно хотя бы по телефону. За что ты его уволил? Кого? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю.
ты уже в курсе. Он мой двоюродный брат, и я обязан защищать его интерес. Я очень рад, что у вас с братом такие теплые отношения. Ты следил? Не я, агент. Подонок! Десять буду. Не опаздывай. Остановитесь. Что там? Остановитесь, пожалуйста. Знакомый. Шеф. О. О, пардон. Что, дождь? Нет, встречный ветер. Опа-па. А я вас знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда такой? Какой? Веселый? С праздника. Отмечал важное событие. Ну, мы вас подвезем. Да, событие. Это что, разъездное такси? Да. Кучеряво живете, а? Обязаны меня проводить, сам не дойду. Нет, я не могу. Мне завтра на работу в 10 утра. Я вас не задержу, я прошу всего несколько минут. Несколько минут. Ну, пойдемте. Все, шеф, счастливой дороги. Пожалуйста, проходите. Не стесняйтесь, девушка, не стесняйтесь. Никого не разбудите в этом доме вы. А я никогда раньше не бывала в таких квартирах. А, все бывает в этой жизни в первый раз. Ну, что желаете? Кофе, виски, чай, джин, тоник, коньяк? Нет, спасибо. Водка. Я поужинала в магазине. А я вам что, ужинать предлагаю? Не, я вам выпить предлагаю. Хотите выпить? А не хотите, как хотите? Ну, чай. Чай хотите? А я выпить хочу. А вам больше не стоит? Грубо. Я бы советовал мне не перечить. Напитки там. О! От меня ушла жена сегодня. Это мама Даши? А откуда ты знаешь, что это мама Даши? Ну, как же? Вы же забирали Дашу недавно от моего дома. А, ну да, ну да. Жена ушла. Дочку забрала. Теперь я один. Один и беспроблемный. Ты знаешь, что такое беспроблемный? Ну, это, наверное, когда нет проблем. Неверно. Беспроблемно – это когда жизнь пустая и ненужная. Вот что такое беспроблемный. Потому что все проблемы – это испытания. Оттуда, от Бога, на прочность.
А тебя как зовут, ночная фея? Катя. Катя. Прекрасно. Что, нет еще Катерины? Нет, Василий Николаевич. Не заболела ли? Домой звонили? Телефон не отвечает. А мобильный? Отключен. Во сколько ночью она ушла? В 3. Подъехал развозное такси, и Катя уехала домой. Только бы ничего не приключилось. О, Господи. Доброе утро. Ой, извините. Не, ничего, ничего, отдыхайте. А который час? 11. 11 утра? Нет, ночи. Я опоздала на работу, меня уволят. Так, так. Из магазина уволят, мою фирму примут. Я в ванную и сразу же на работу. А может, не будем торопиться? Пожалуйста, не надо. Катя, правильно? Катя. Катя. Так вот, Катя, сегодня никуда мы торопиться не будем. Сначала приготовишь завтрак, потом приведешь себя в порядок, а потом я тебя отвезу в твой мясомолочный магазин. У нас очень строгий хозяин. Я все улажу, Катя. Честно? Честно. Ты знаешь, мне нужно, чтобы кто-то со мной побыл рядом. Ешь, ешь. Я не съем всего этого, Кать. Обычный завтрак. Ну, сам, а что не ешь? Я смотрю. На что? Мужчины умеют красиво есть. Ничего красивого. Проголодался, вот и ем. И потом вкусно все. В проголодавшемся мужчине есть что-то звериное. Завораживает. Позвонила бы отцу, а то он, наверное, волнуется. Да, забыла. Алло, папуль, это я. Пап, не кричи, не ругайся. Со мной все в порядке. Да, через час я буду на работе. Угу. Но говорю же, ничего не случилось. Все очень даже хорошо. Вечером расскажу. Пока. Правда расскажешь? Испугался? Ну, конечно. Он же у тебя бывший мент. Возьмет и пристрелит. Он у меня очень добрый и справедливый.
Я не спрашиваю, где ты была. Где, прости, все начлялось. Во-первых, не хватает продавцов. Во-вторых, для меня есть такое святое понятие, как дисциплина. А в-третьих, я за тебя отвечаю. И как за человека отвечаю, и как за молодую женщину, к которой я отношусь. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я 3 пузырька корвалола выпил, понимаешь ты это? Ну, понимаю. Ну, Василий Николаевич, ну, простите меня. Простите ее. А меня кто будет прощать за мое доброе сердце? Василий Николаевич! Не входите, занят. Где хоть была? У подруги. У подруги. Знаем мы этих подруг. Смотри, Катерина, если кем-нибудь увлечешься, ей-богу, не переживу. Катюш, пожалей ты меня. Ей-богу, что-то такое со мной происходит, сам себе диву даюсь. Влюбился на старости лет, дурак чертов. Да какой же вы старый, Василий Николаевич. Да вы только свистните вон, любая девушка за вами полетит. Не нужен мне никто, ты нужна. Давай поговорим, дочь. О чем? За что ты меня так не любишь? Я тебя очень люблю и внимательно слушаю. Ты знаешь, мы с Власовым больше не живем вместе. Ты не живешь. Он мне все равно нравится. Ты ведь не можешь уйти к нему. Не могу, потому что он не звал меня. Значит, чужой дядя тебе дороже родной матери? Он не чужой, он Власов, не тот, что это твой, придурок. Не смей так говорить о взрослых. А ты не смей врать, что не любила Власова. Зачем же ты тогда вышла за него замуж? Это очень сложный вопрос, дочь. Ничего сложного. Вот и все. Ты его до сих пор называешь Власов все эти годы. Почему? Потому что он нам так и не стал родным. Первое. Иногда я его называла папкой. Второе. Папка – это по обязанности. А когда по фамилии – это друг. Власов не умеет предавать. Жаль. Похоже, мы не понимаем друг друга. А по-моему, даже очень, мама, понимаем. Не трогай меня. Девушка, простите, пожалуйста, а фруктовый лёд у вас есть? Фруктовый лёд есть, конечно. Возьмите лучше с орешками, очень вкусные. Кать! Я держу все, все под контролем. Будет висеть твоя одежда, которую мы с тобой купили. Все, я начинаю новую жизнь.
Зачем ты пошла в актрису? Я бы все-таки вернулась в родной город и начала бы свою жизнь с нуля. К черту все эти сплетни, пересуды. Мы молодые, головы на плечах. К тому же у меня есть немало капитала от Власова. Нельзя, малыш, мы с тобой говорили уже об этом. Он мне сам дал пол лимона зеленых, я не просила. Серьезно? Класс. Но уезжать из этого города нам нельзя. Мегаполис. В провинции мы загнемся. Ну, замутим какое-нибудь дельце. И что дальше? Заработаем. Вернемся на коне. Малыш, ну что челночить туда-обратно? Давай начнем зарабатывать здесь. Здесь другие возможности. Есть какой-то капитал, жилье. Какое жилье? Ну как какое? Твой загородный дом, классная фазенда и пол лимона еще в придачу. Так, дом не мой. Он остается за Власовым. Поэтому я получила 500 тысяч отступных. К тому же он обещал кое-что выплачивать Дашке. За такой дом всего 500 тысяч? Ты дура. Причем полная. Меня поражает твоя тупость. Девочка хочет в Томск. Слушай, ты. Я тебя устроила к Власову в надежде, что ты хоть чему-нибудь научишься за эти годы. И сделаешь свое дело. Я придумала эту гадость про двоюродного брата и сестру. Все без толку. Ты ни на что не способен. Нет. Жалеешь, что я мало урвала, да? Альфонс. Привет. Привет. Ну, проходи. Благодарю. А Павла Сергеевича пока нет. А ты что здесь делаешь? Я жду Павла Сергеевича. Ждешь? Зачем? Придет с работы, надо покормить. А, ты у него кухаркой. Он нанял тебя? Нет. Я просто так помогаю. Сколько платит? Он мне нисколько не платит. Просто Павел Сергеевич сейчас один. Ему нужна помощь. Ты ведь знаешь, что его бросила твоя мама? Моя мама не может бросить Павла Сергеевича. Она любит его. А когда Власов будет? Скоро. Ладно, подожду. Опа! Какой сюрприз! Ты что здесь делаешь? Это мне, Власов. Ты знал, что я приду? Конечно, тебе. А Катю я потом принесу, если она не возражает. Как хотите, Павел Сергеевич. Ты скучал по мне? Ну, скажи. Очень. Очень-очень? Очень-очень. Власов, что здесь делает Катька? Ну, во-первых, не Катька, а Катя. А Катя – мои гости. Она твоя женщина? Даша, Катя – мои гости. Остальное тебя не касается. Отстань! Даша, что за выходки? Даша! Даша! Ты что, родная? Дашенька! Перестань, ну, Дашка, перестань, ну, я прошу тебя, ну, Даш, ну, ребенок мой, Дашенька, ну, все хорошо, Дашка. Даш, подожди, Даша, хочешь, я скажу, и Катя уйдет. Даш, ну, хочешь, скажи мне, ну, хочешь, я скажу, и Катя уйдет. Дашунь, хочешь, я скажу? Хочу. Солнышко мое. А
Катя ушла? Ушла. Жалко. Тебе ее жалко? Нет, жалко, что все так получилось. Что? Что стряслось, Катюш? Все кончилось. Я ушла от него. Хоть и влюбилась. Я не знаю, что делать, папа. Что делать, папочка? Что же делать? Тихо. Ну, успокойся. Все будет хорошо. Ну, я же с тобой. Ну. Что делать? Ну, не могут шишки все палиться на одну и ту же голову. Вдруг один раз возьмут и промахнутся. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Что угодно, Василий Николаевич. Что это с тобой сегодня? Да ничего, все в порядке. Может, приболела чуть. Ступай домой, девочки тебя подменят. Да не надо, уже лучше. Говори, что надо. Все для тебя сделаю. Спасибо, Василий Николаевич. Если что, обязательно скажу. Катя! Катюш, привет! Здравствуйте. Может, посидим где-нибудь, поговорим? Нет, мне домой. О, я на машине. Давай подвезу. Спасибо, я на метро. Катя, нам надо поговорить. Говорите. Ну что, прямо здесь, посреди дороги? По-моему, нормально, говорите. Кать, я... Ну, во-первых, я благодарен тебе за все. А во-вторых, я все время думаю о тебе. У вас с женой все в порядке? Нет, я один. Может быть, это и правильно? Мне пора. Кать, подожди. Ну, подожди ты, я прошу. Ну, не сердись ты на Дашку. Она так плакала, она переживает, она ребенок, ну, ты должна понять. Власов, она вас любит. И вы очень нужны ей. Удачи. До свидания. Мы увидимся. Адрес магазина вы знаете? Еду домой. Что случилось? Ты мне очень нужна. Пожалуйста, побыстрее. А куда ехать? На квартиру к Власову. Быстрее. А что? Быстрее. Буду через 10 минут. Не подходи, мама! Стой на месте! Даша, что случилось? Не подходи! Иди ко мне. Ни одного шага, мама! Я сейчас прыгну и разобьюсь! Даша! Клянись! Обещай, мама! Что обещать? Обещай, что никогда не бросишь меня и Власова! Я не вынесу этого, мама! Обещай! Иначе я прыгну! Деточка, прекрати, иди сюда, мы обо всем договоримся, хорошо? Клянись, я не хочу, чтобы ты расставалась с Власовым. Скажи и поклянись, иначе ты за все ответишь. Клянусь. Thank you.
сидишь в машине и ждешь. А на ночь не останетесь? Сидишь в машине, ждешь и молчишь, понял? Понял. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Мог бы явиться и после полуночи. Извини. Поговорить надо. Притом срочно. Ты пьяный? Не пьяный, а выпивший. Но это не имеет ровно никакого значения. Ты одна дома? А с кем я должна быть дома? Ну, допустим, с ребенком. Дашка спит. Прости меня. За что? За все. А что, человека не что прощать, что ли? По-моему, я простила. Поэтому живем порознь. Мария, ну подожди, ну. Ну послушай меня, я не могу без тебя. Я подохну, клянусь. А я подохну с тобой. Марин, давай забудем, а? Начнем с чистого листа, как будто ничего не было. А если было? Я забуду, клянусь тебе. Ты очень пьяный. Ну, хочешь, на колени встану? Пожалуйста. Езжай домой. Пожалуйста, Марина. Власов. Ну, пожалуйста, Власов. Марина. Ты хуже маленького ребенка. Пожалуйста, Марина. Добрый вечер. Добрый. Спасибо, Николя. Молодец. Ну, Павел Сергеевич, что будем делать? Жить, наверное. Жить? Жить надо. Только вот как? А что случилось? Ничего особенного, семейное. Сам-то как? С четвертинки на половинку. Хреново, хотя не до конца. Ну вот теперь я могу идти. Зачем приходили? Да переговорить хотел с тобой. Да только вот передумал. Почему? Потому как машины у нас разные. У тебя вон какой бык, а у меня козел казенный. Да и живешь ты как-то не по-людски. О чем уж тут говорить? Катюшку мою, ты, Павел Сергеевич, забудь. И больше не приставай. Грех это.
Так что пусть живет себе. На мою радость и собственное удовольствие. Вот за этим я и приходил. Тебе, мамуль. Откуда это? Власов приезжал, велел передать и даже поцеловать. Врешь, небось? Ни капельки. И вообще он очень много расспрашивал о тебе. Что случилось? Что-то с Дашей? Не. Со мной. Разговор будет такой трудный. Но ты должен меня понять. Я выдержу. Я Паша. Я люблю другого человека. Я знаю. Давно люблю. Я пыталась его забыть, пыталась его вычеркнуть, влюбиться в тебя, но все равно он. Я все о нем знаю. Он как болезнь. Что от меня требуется? Отпусти меня. Дверь открыта. Ты свободна. Я не о том. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Зачем? Так будет легче. Кому? Мне. И, может быть, немножко тебе. Мне вряд ли. Что решаем с Дашей? Я говорила с ней, она хочет остаться с тобой. Это ее условие. Ты его приняла? У меня не было другого выхода. Она предупредила, что что-то сделает с собой. Спасибо. Ты позволишь мне видеться с ней? Ну, конечно, ты ведь мать. Да. Мать. Я могу идти? А Юру ты не возьмешь на работу? Правильно. Это правильно. Да. Училка хорошая. Класс приучит. Кто там? Я на минуту. Прости. У меня есть для вас материалы. Я больше
не интересуюсь никакими материалами. Тем не менее, взгляните. Я в ваших услугах больше не нуждаюсь. Ну, это как вам будет угодно, но помните, слепцы, в конце концов, оказываются в глубокой яме, из которой черта с два удастся выкарабкаться. Хорошо. Ну, пойдем к маме. Привет. Привет. Ну что? Ну, прическу мне испортишь. Испорчу, новую сделаешь. Ты к себе? К себе. Созвонимся? Давай. Пока. Пока. Пока-пока. Ну, как ты? Я люблю тебя, Власов. Для Магнолии. Хочу пить. Хорошо у вас здесь. Богато. Прям как в настоящем супермаркете. Стараюсь, Дмитрий Иванович. Только вот для кого стараюсь, неизвестно. Один как пень. Да вы молодой еще, Василий Николаевич. Даст Бог, найдет себе пару. Вон их сколько по улице скачет. Нашел, давно нашел. Только вот... От возможной невесты никакой взаимности. Ой, не надо, Василий Николаевич. Да какая она невеста? Вы поглядите на фигуру, не видите, что ли? Вижу, Дмитрий Иванович. Еще больше теряю рассудок. Катюша, Кать, при папе прошу. Согласись выйти за меня. Ей-богу, любить буду до конца дней своих. И тебя, и ребеночка. Посмотрим, Василий Николаевич. Папуль, пойдем. Еще в консультацию надо. Всего доброго. Я могу дать машину. Не надо. Мы на папиной. Власов, ты чего, не узнал? Это ж Катя. Узнал. Опять 25. Что, папуль, приехали? Ура! Они сломались! Yes! Да вон, все окислено, все. Ласов, ты так будешь сидеть столбом. Это ж твоя Катя. Как ты сказала? Твоя Катя, Катерина. Старый, как малый. Очнись, Власов, надо помочь людям. Да вон! Вон, все окислено, все эти концы. Надо, говорил, с зарплаты надо было взять. Ну и что здесь? А вот откуда такие красивые? Чего тебе надо? Ничего не надо. Куда пошел? Куда пошел? Куда надо, туда и пошел. Не надо трогать машину, я трогаю. Сам к ней все понимаю лучше. А мы сломались. Отойди отсюда. Ну, вы-то отойдите. Иди нажимай! Да нажимай!